Всем привет! Этот ролик в основном для новичков, тех, кто на кето-диете недавно. Он называется «Здоровая кето-диета. Что можно есть?». В описании будет ссылка на документ, его можно скачать и распечатать. Там список всего допустимого на здоровой кето-диете. Таким образом, у вас все будет в одном документе. Я просто расскажу вкратце, что в нем, но вы его распечатаете и сами прочитаете. Итак, приступим. Вы увидите там список разных жиров, семян и орехов, различных белков. Если взять какую-то еду, то жиры и белки в ней обычно совмещены. Вы не встретите ни чистого жира, ни чистого белка. Субпродукты — рыба, морепродукты, овощи, фрукты, в том числе ягоды, напитки, вегетарианские белки и жиры. Все это есть в списке. Углеводов должно быть от 20 до 50 грамм в день. Не за один прием пищи, а за весь день. Что касается овощей, то их в этой дозировке я не учитываю. Они идут сверх этого. Люди спрашивают, нужно ли есть овощи сырыми или нужно их готовить. Я рекомендую 50 на 50. Обычно я рекомендую от 7 до 10 стаканов овощей. Но я не рекомендую, к примеру, 10 стаканов брюссельской капусты. Если вы съедаете все 10 стаканов овощей, я говорю о салате или листовых овощах. И это даже не обязательно шпинат, поскольку в нем много оксалатов. Я имею в виду листовые овощи, салат латук и тому подобное. Если вы готовите салат, скажем, 5 или 6 стаканов, и также съедите приготовленные, например, обжаренные или на пару крестоцветные, например, такие овощи, как брюссельская капуста или брокколи или спаржа, это хорошо, потому что, когда вы готовите определенные овощи, вы повышаете биодоступность питательных веществ. А когда вы едите сырые овощи, вы получаете больше других питательных веществ. Ведь жар разрушает определенные вещества, поэтому 50 на 50. Можно такое сочетание. Сырые листовые и приготовленные крестоцветные. Сочетаются хорошо. Что касается фруктов, то тут придется ограничиться лимонами и лаймами. Ягоды. Я привел список ягод, которые можно есть. Но необходимо следить за тем, чтобы не превысить вот эту норму. Далее, напитки и вегетарианские жиры и белки, которые можно употреблять. Но здесь надо следить за качеством. Например, яйца должны быть органическими, фермерскими. И я говорю не просто о свободном выгуле и натуральных яйцах. Речь именно о фермерских курах, выращенных на свободе, когда они гуляют, щиплют травку, едят этот подножный корм. Рыба должна быть промысловая, мясо травяного от корма, желательно органическое, если можно достать. В плане объема, как указано вот тут. И не забывайте о биодоступности. Например, из субпродуктов вы получите высококачественный, активный витамин А. Биодоступные элементы, например, железо и даже микроэлементы. В овощах не так. Например, витамин А в овощах — это на самом деле провитамин А. Его еще нужно преобразовать. Опять же, в овощах много других питательных веществ. К примеру, фолиевая кислота и витамин С. Я включил в этот список именно полезную еду для кетогенной диеты. Просто иногда, когда вы на кетодиете, вам разрешают есть низкоуглеводную пищу из ингредиентов, которые не особо полезны. Этот список может отличаться от тех, что вы находили, когда интересовались кетодиетой. Поэтому скачайте файл по ссылке, распечатайте его, и у вас будет справочный материал о том, что нужно есть и что не нужно. Если хотите больше узнать о том, как создать здоровое тело, подпишитесь на канал и не пропускайте новых видео. Как вы сможете не пропускать новых видео? Просто нажмите на колокольчик.